Всем привет, здравствуйте. Сегодня, вообще, если честно, мы копались сегодня в одежде и нашли такую бабушкины старые деньги. Хотели показать, поделиться, особенно тем, кто не видел, особенно кто в Советском Союзе не росли, поделиться и показать, какие раньше были деньги. Вот, несколько купюр мы нашли, просто решили поделиться. Так, вот это были 3 рубля. Так они выглядели. Год это 1961, 1961. Вот так раньше выглядели 3 рубля. Так, дальше. Следующее. Так, это вот тоже рубль. Тоже 961. Так, теперь я хотела показать несколько монет. Какие были купюры. Так, вот были 25 рублей. Вот такая она была фиолетовая. Ну, размер, наверное, сантиметров 10. Вот так. Вот так выглядела. Вот написано было 25 карбованцев. И вот это вот раньше при Советском Союзе у нас были вот такие денежки. Так, это вот 25 рублей. Так, еще вот 5 рублей. Это тоже 1961. Вот. Прикольно раньше такие. Ну, разноцветные были деньги. Вот такие, да? Потом тут еще. Вот примерно пачечку вот такую я нашла. 5 рублей. Когда-нибудь, наверное, мои внуки даже такие не видели. Вот 5 рублей еще одна. Тоже 961 год. Вот. Но они уже старенькие. Это мы раскладывали, сегодня искали. Вернее, не искали, а смотрели и что-то наткнулись. Решили показать тем, кто не видел раньше деньги. Потом хотела показать, у нас раньше самыми первыми были тенге, потом, когда Советский Союз распался. И вот были монетки, вот такие, 50 тин. Это у нас появились тогда как раз в Казахстане тенге, вот 50 тин. Это копейки еще были. Сейчас у нас копеек уже нету, только начинается там 5-10 тенге. А это вот именно тинки были, вот они. Вот так выглядели 20 тин. Это 1993 год. Наверное, некоторые даже в это время только родились. Вот 50 тин. Они уже даже поржавели у нас. Вот еще 20 тин. Тоже 93 год. Потом еще нашли монетки такие старые. Как старые? Советского Союза. Так, вот раньше вот были вот такие копейки. 5 копеек. Вот 1987 год. Просто для интереса хочу показать. Потом 5 копеек. А, тоже 87 год. Потом 3 копейки. Вот 3 копейки. 82 год. Это еще которые были при Советском Союзе. Вот это я была тогда совсем молодая. Вот такие вот монетки раньше были. Наверное, когда-нибудь они будут дорогие. Ну а сейчас это просто вот лежит, оно даже почернело все. Вот тоже 5 копеек. 1961 год. Вот. Поделилась с вами такой небольшой находкой. Вот даже вот видно прям. Я не знаю, что за металл, конечно. Потому что они вот все вот такие стали. Хотя ничего с ними не делали. А они стали вот такие немножко страшненькие. Вот 1980 год. Но самое прикольное это. Хотела именно показать вот эти бумажные деньги. Все, приятного просмотра. Благодарим, что подписаны. Включайте обязательно колокольчик. Тогда вы будете в курсе новых видео. Подписывайтесь, оставляйте свое мнение, свои комментарии. Вот еще, кстати, 10. 10. А, 10 тин. Это уже вот наши казахские. Ну, вот этих уже монеток у нас давным-давно уже нету. Тинок давно уже нету. Они вышли давно с обращения, а сейчас просто тенге. Как-нибудь я соберусь и покажу, какие сейчас у нас деньги. Может быть, там кто знает, кто не знает, кто не в Казахстане проживает. И получается, вот здесь у меня вперемешку монетки. Все, всем пока, будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя.
Хорошего просмотра, приятного времяпрепровождения.